А принц на белом коне. Сейчас они просто мечтают об идеальном парне. А каким он должен быть, вы узнаете из нашего опроса. Вежливым, интеллектуальным, заботливым, ответственным, которого можно понять, честным, мускулистым, нежным. Ну нет, не обязательно. Но хорошо было. А, с хорошим чувством юмора. Чувство юмора — это самое главное. Заботливым. Вот девочка у меня знакомая считает, что обязательно должен быть пузико у него. Мне кажется, идеальный парень должен быть вообще искренним. Идеальный парень должен быть заботливым и умным, добрым, честным. Моим. Ну, надо, короче, вот ты что-то хочешь, да? Вот надо так, чтобы вот он угадал, что ты хочешь. Адекватным. Внимательным. О, чтобы он завтраки готовил, да. Да. Гречечку с яичком. И он не обязательно должен быть красивым, вообще не обязательно. Главное, чтобы он был умным и обаятельным. Ну и повыше. Побольше. Ну, на самом деле, я считаю, что идеальный мужчина должен быть таким большим и страшным. У него должна быть не смазливая личика, там, например, шрам на пол лица. И он должен быть не только умным, а также, чтобы он мог защитить и хотя бы прикрутить лампочку в доме.